ранку до нас вже завітали перші ранкові гості. Дозвольте, я вам відрекомендую. Вероніка Гаврилюк, провідний методист по роботі з дітьми та молоді. Валентина Кривцова, провідний методист по роботі з декоративно-прикладного мистецтва. Доброго ранку. Отож, прості відповіді на складні питання. Так, обласний фестиваль дитячої та юнацької творчості. Давайте з самого початку, коли він відбудеться і яка його мета. Логічне перше запитання, будь ласка. Фестиваль состоїться 2 іюня на базі Руського театру, начало в 10. Угу. Тобто тиждень ще маємо для того, щоб підготуватися. Его целью является поддержка творческих детей Николаевской области, потому что у нас принимают участие абсолютно все районы, объединенные территориальные громады и города со всей нашей Николаевской области. Это около 200 талантливых детей, победителей отборочных туров. Угу. С самого начала года проходили отборочные туры в районах, громадах, городах. Они назывались районными отборочными турами. После этого мы проводили кустовые отборочные, где отбирали самых ярких и самых талантливых детей. Вот самые лучшие из лучших соберутся 2 июня и будут между собой соревноваться за право, кто же станет лучшим вокалистом или хореографом, или в номинации декоративно-прикладного. Думаю, про номинацию дещо пізніше. Який вік дітей, які будуть брати участь? Мы охватываем очень большой возраст, это от 6 до 18 лет. То есть все участники, у нас есть разные возрастные категории. Мы отдельно разделяем детей младшего возраста, среднего, более старшего и подростков 15-18 лет, чтобы им было комфортно соревноваться между собой. Я знаю, что будет три тури, это те, про что вы щойно говорили. Да? От останній він буде заключений. Давайте трішки про номінації. От вокальне, я знаю, декоративно-прикладне та хореографічне. Да, у нас с каждым годом, у нас Артмикс проводится уже третий раз, и с каждым годом мы вносим что-нибудь новенькое. Это благодаря нашему директору областного центра Наталье Анатольевне Баштовой. Она постоянно старается идти в ногу со временем и делать для детей комфортные условия для участия, чтобы они как можно ярче раскрывали все свои таланты. Поскольку в прошлом году у нас были совершенно другие номинации, у нас каждый раз одна номинация меняется. Угу. Да. В прошлом году у нас были представители театрального искусства, в этом году мы решили показать хореографию, это солисты и малые формы, угу, которые будут показывать по одному творческому номеру, это 15 лучших коллективов и солистов, который будет соревноваться за право считаться лучшим. Отбор происходил в онлайн-режиме. То есть они вместе с заявкой отправляли свое видео. Наш методист по хореографии их отсматривал, делал замечания, вместе с ними работал и отбирал лучших. То есть потом так само онлайн отправлял там какие-то помарки, если что-то не так, да? Чи запрошивал? В телефонном режиме они общались. Если нужно было, методист выезжал, помогал, редактировал. То есть мы не оставляем наши районы на произвол. Мы им всегда рады помочь, поддержать, подсказать. И еще у нас есть одна номинация. Это неизменная наша номинация, это вокальное искусство. Я думаю, еще одна из наилюбленнейших, так? Самая массовая, поскольку в этой номинации всегда представлено больше всего детей. Это 50 вокалистов и 15 вокальных ансамблей. Достаточно много, потому что очень талантливые дети, и каждый пытается петь в разных направлениях. У нас есть и народный вокал, и академические, и эстрадные песни, и джазовые даже произведения берут. То есть детям это интересно, и мы их всячески поддерживаем. Для них это такое. И есть у нас еще номинация декоративно-прикладное искусство, но про это лучше скажет Валентина. Так. Да, ну это тоже одна из любимых номинаций, она также неизменна. Ежегодно мы отбираем больше 20 детей, это дети из творческих семей, участники областной выставки «Єдина родина», и также дети, которые учатся в студиях изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства. Ежегодно мы меняем тематику, вот задание. Что до тематики? Вот, можно я зачитаю? Да, цікава така цьогорічна тематика «Квітка папороті». Розкажіть про це. У нас немножечко по-другому конкурсная программа проходит. Дело в том, что каждый ребенок, конкурсант, привозит не только мини-выставку, презентацию своих работ, а также в течение 2-2,5 часов изготовляет конкурсную работу в присутствии жюри. То есть мы оцениваем и выставку, которую он привез, и мастер-класс, насколько он справляется со своей техникой, и также работу конкурсную. Это основное, что мы оцениваем. Поэтому в этом году, если в прошлом году была, значит, тематика «Дерево життя», в
фантазировали на эту тему. И в основном это были традиционные виды творчества детьми представлены. В этом году более это современные виды творчества. Это канзаши, это резьба, это изготовление одежды, дизайн одежды, батик и витражная роспись. На эту тему, которую вы сказали... Черевна квитка папороти. Это замечательная легенда. И самое интересное, что когда мы на областном семинаре, который недавно состоялся, попросили пофантазировать взрослых на эту тему, практически все говорили: вы что, папоротник не цветет. От ви знаєте, те саме. Я от вам поставила питання, сама сиджу і думаю, а що там можна зробити? Так? Поэтому був проведен підготовительний семінар для руководителей, учасників, і розказали про прекрасну легенду, которая вот с Ивана Купала, с праздником связано. И вы знаете, когда мы уже начали общаться с детьми, которые будут участвовать в этом конкурсе, они сказали: боже мой, это такой прекрасный цветок, вы знаете, он растет там-то и там-то, он огненный, он красный, он, его так тяжело, в общем, знаете, такое ощущение было, что дети ежегодно ходят на Ивана Купала в лес и просто букетами собирают этот папоротник. То есть, чем отличается взрослый и чем отличается ребенок? У взрослый это вот стабильная такая конкретная информация. Ну, как-то так практично, не цветет, то и все, то ничего не можно сделать, да? А дети – это креатив, это фантазия, полет, это, знаете, какое-то безумное творчество такое. Цікаво, хочется уже побачити, да? Що ж нафантазують, що ж створить. А от мені цікаво, який вік переважно от в декоративно-прикладному мистецтві, в цій номінації? Декоративно-прикладному з 8 до 15 років. До 15. А от, ну, я думаю, що все ж таки, такий розподіл віку є. Хтось більше в вокальному мистецтві, от по віку, да? Напевно, більш доросліші. От як, розкажіть. Ну, декоративно-прикладное, мой возраст, конечно, повысили, потому что совсем маленькие не могут конкурировать с 16-летними. Да, там немножечко техниками они меньше владеют. А вот с 8 до 15 мы посмотрели, что они ровно выходят по технике исполнения, по презентации своих работ, поэтому мы выровняли вот в творчестве так детей. Що до жюри? Хотілося б декілька слів, хто буде судити наших маленьких талантів, талановитих дітей. Главой жюри у нас будет Лариса Столярова, это директор 5-й музыкальной школы. Она у нас каждый год является незаменной. Да, глава жюри. Также она помогает нам проводить семинары, она проводит мастер-классы. То есть после конкурса проводится очень большая работа над анализом, над исправлением каких-то ошибок. Тобто буде ще робота, правильно? Да, не просто, проводиться. Що, як знаєте, пройшов конкурс, та і все, і добре, і забули. Ні, буде ще якась робота. Да, з кожного конкурсу ми робимо якісь виводи, ми стараємося повищати свій рівень, повищати рівень наших дітей, щоб їм було к чому стремитися. Тому що победители именно нашого обласного конкурсу участвують в таких проєктах, як «Голос країни діток», к примеру, Катерина Северова участвовала в этом году. В прошлом году была Надя Долбуш. То есть все наши победители, да, они дальше идут, не останавливаются, развиваются. По поводу членов жюри также у нас будет Катерина Тихонова, это участница «Голоса Украины» второго и руководитель вокального ансамбля «Fresh Time». Александра Казакова, они тоже являются неизменными нашими. Такие авторитетные, на думку яких ми поважаємо, можемо, да, дослухатися і брати якісь для себе корисні поради. І щодо проведення, це буде все в один день проходити, так? От в 10-й почнеться, хтось там буде співати, хтось буде танцювати, да? І скільки по часу триватиме? Щоб люди розпланували свій план. Воно буде проходити на трьох площадках. Тобто воно буде проходити в холі, це буде декоративно-прикладно, вони будуть представляти свою виставку, свої майстер-класи, роботи. В большому залі будуть солісти, вокалісти, вокальний ансамбль. І в малому залі буде номінація хореографія представлена. Вони будуть соревноваться где-то до 2 часов. 3 часа у нас церемония награждения вместе со звездными мастер-классами. Наши члены жюри будут показывать свои творческие номера, будут выступать со своими коллективами. Также у нас будут приглашенные хореографические, яркие, самые лучшие коллективы Николаевской области. Это для того, чтобы создать как можно больше позитивных эмоций для наших детей, которые приедут со всей Николаевской области, чтобы им было что вспомнить, потому что арт-микс это всегда заряд позитива, хороших эмоций и новых впечатлений. Дякую вам.
вам. Я вже знаю, як діти хвилюються, яке там у них хвилювання, тому що мало часу. І вам дякую за те, що начебто раніше казали, от не можуть там дітки із районів себе показати, щоб їх почули. Не так. Приїжджають, показують, перемагають, і ще й потім вся Україна про них чує і знає. Я вам щиро дякую, що прийшли, детально розповіли. Вероніка Гаврилюк та Валентина Кривцова цього ранку були у нас в гостях. Гарного вам продовження дня, гарного вам фестивалю. Я знаю, що це копітка робота, організаційна, але все буде добре.